Сильное загрязнение саратовцы заметили и в Волге. В этом году в различных областных СМИ не раз отмечалось сильное цветение реки. А накануне в социальных сетях появились фотографии целых островов из камышей. Образовались они возле центра набережной Космонавтов напротив бывшего кинотеатра «Экран». Жители отмечают, что водоросли и камыши в этом месте собирают мусор. И таким образом появляются целые острова.